Скажите, пожалуйста, вы следили за историей Олега Зенькова и, Да, конечно. Да, и видели, что он написал? Как вот привычно ли это действие со стороны российских властей в отношении неугодных бизнесменов? Ну, это не очень привычно с его точки зрения. Он обычно не высказывался по политике, никогда особо не критиковал. Видимо, ситуация была какая-то отчаянная. Я думаю, что экономическая модель, как когда-то давно Полонского, так и Нагодкова, отчасти наша, была выстроена, исходя из того, что у нас будет рост, процветание, все будет хорошо, либерализм и капитализм. И очень многие написали посты отчаяния, как Дерипаска или Олег Перов, но Олег высказался особенно резко, и ситуация действительно очень, очень похожа на, да, наше государство бандит. Как пел Оксимирон, почему в русском рэпе нет гангсты? Гангсты на Руси прерогатива государства. Если можно, как раз про... Возможно... Разграбили. Это факт. К сожалению, в этом мы не сомневаемся. Но вот про гангстеров и про бандитов. Тиньков также рассказал, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали ему, что ему следует опасаться за свою жизнь. Далее, цитата, мне сказали, решение по тебе принято, значит ли это, что вдобавок ко всему меня убьют, я не знаю. Я не исключаю этого, говорит Тиньков. Как бы вы прокомментировали эти опасения? Ну, они всегда пугают. Просто меня пугают. Меня начали пугать с 2000 года, особенно сильно пугали в 2005. В 2006 у меня тоже были телохранители. Это, через это все проходят, кто-то раньше, кто-то позже. Ну, эти я не угрозы думаю, могут быть его... превратиться в настоящие, потому что мы знаем, что иногда и российское государство, и спецслужбы вполне себе убивают людей. Это больше касается политики, нежели бизнесменов. Здесь будем честны, у Карамурзы в гораздо большем риске сейчас находится, нежели Олег Тиньков. А мы скорее имели в виду недавние истории с топ-менеджерами Газпромбанка, если я не ошибаюсь. Новатека, которые Новатека загадочным образом якобы совершили самоубийство с маленькой разницей по времени друг от друга и убили еще и всю свою семью, что многие находят загадочно, в том числе и вице-президент Газпромбанка, который по фамилии Волобуев, который, значит, уехал из России. Там очень много загадочного. У меня такое впечатление, я могу ошибаться, я могу выглядеть как шизоид с теорией заговоров, но взрывы в Уссурийске, на складах в Курской области, Белгородской, и убийства вот этих, странные смерти этих всех людей, это все сокрытие чудовищных крадежей из-за чудовищной коррупции в российском государстве. Просто никогда не думали, что будет военное время и будут ревизии реальных активов. Простите, я что скрывать? В России скажу. Же не надо скрывать, что ты воруешь, если ты свой. Ну, от кого-то надо, от кого-то не надо. В своей группе воров надо скрывать, а от группы старших воров надо скрывать. Какое интересное разделение, какая иерархия. Вот бы узнать, кто в какие группы входит. Это не иерархия, это рой, как сказала Латынина. То есть, ну, нет, воры все в государстве идут... служить, чтобы воровать, а в армию идут, чтобы тихо воровать и бухать. В государство идут, чтобы вальяжно воровать и кататься по красивым заграницам. В милицию идут, чтобы воровать, а также пытать, насиловать и сажать на бутылку. Смотря какие у тебя девиации, вот в тот государственный орган ты идешь. Скажите, пожалуйста, а если ты хочешь нормально жить, например, и хочешь водить машину... Ты уезжаешь, понял. Но, допустим, ты хочешь водить в России машину с автоматической коробкой передач, подушками безопасности, значит, вести нормальный образ жизни, даже не... Ну, плевать тебе на войну, плевать тебе на весь мир, плевать тебе на убитых людей, на убитых детей. Купи Volkswagen Tiguan по курсу 250 и води его. А в будущем что ждет российскую и промышленность, и автопром? Потому что у вас вот в Инстаграме был довольно интересный пост. Контрабанда.
Ну, она же не может Контрабанда. покрыть все желания россиян, да и денег-то, наверное, будет Конечно, очень может. много. Но у них будет мало денег, но это будет бэушки. Ну, как из Германии в 90-х годах, битыши, перевертыши. Ну, цыгане наворуют, выходцы с Кавказа наворуют. У них можно будет скупать. А автопром российский чем в это время будет заниматься? Ну, вот этими корытами братскими могилки будут делать с 60-х и 70-х. Ну, то есть не верите вы в импортозамещение, Ну вот значит, качественный вы знаете, скачок? был совсем недавно промо вот этого парада, который будет. Да, ракеты выглядят относительно современными, такие большие зеленые ракеты. А вот этот вот УАЗик, который есть, он же сделан на базе, которая разработана в 1959 году. Тревожная Вот то, на пауза. чем ездит. Ну, вы считаете, сколько лет прошло с 59 года? Вы просто молодежь. Знаете, вот я сейчас себя поймала на очень странном ощущении. Вот вы с Майклом обсуждаете про то, что будет черный рынок какой-то, будут воровать машины, привозить. Евгений, вот как вы на все это смотрите? Вот что сейчас происходит? Не знаю, можно ли нецензурно, но Но мне не какая-то хочется генеральная выражаться. эмоция? Ну вот она единственная нецензурная генеральная эмоция из шести букв. А Путин украл все. Будущее, честь, достоинство, армию, нефть, газ, чувство страны, и даже ту самую империю, которую он пытался сохранить, он украл. Он украл вообще все. Евгений, вы как человек, который только что призвал в прямом эфире уезжать из России, вы и сами уехали, Да. мы прекрасно А знаем что я? Я же не обстоятельства. могу сказать, идите на баррикады. Я сижу Нет, нет, в нет, Челси, в тепле. вопрос Сейчас был омары другой. принесут. Кому баланда, кому лобстер. Вот, мне принесут сейчас омара в чесночном соусе. И я не могу призывать идти вас на баррикады. Вопрос был другой. Вы вернетесь, когда и если наступит прекрасная Россия будущего, может быть, какой-нибудь В либеральную Россию автоконцерн нет. устроить? Автоконцерт, если только. В Россию Патрушева нет, не вернусь. А в какую вернетесь? Как она должна выглядеть? Она должна выглядеть свободной, современной страной, как 67 дней назад выглядела Украина. Мне там было очень комфортно. Только без коррупции. Я надеюсь, Как что... турист, могу вернуться и в коррупционную страну. Как гражданин и инвестор в некоррупционную, я уже в возрасте в эти игры играть. Слушайте, а как вам кажется, вы же, ну, не думаю, мы вас представляем все время бизнесмен, предприниматель, это действительно так, но вы довольно много и говорите, и думаете по поводу и того, что Так вы все происходит, и время того, что будет дальше. спрашиваете. Все, да, абсолютно справедливо, да. Вы в том числе в антивоенном комитете. Вот по вашим ощущениям сейчас куда все идет? Ну, потому что люди обсуждают там, либо там, я не знаю, значит, Владимир Путин останется у власти, проиграв эту войну и превратит Россию в Северную Корею. Нет, он, проиграв войну, не может остаться у власти. Это вот что-что, а здесь очень древние национальные какие-то инстинкты, они абсолютно точно сработают. Проигравший войну в России у власти не остается. Как это может выглядеть? Ну, то есть мы просто вот с вами, да, несмотря на то, что там, да, я не помню ни 60-х, ни всего позже, но мы с вами 22 года живем параллельно, да, не при Путине, мне так не нравится говорить, я считаю, что это он проживет при мне, ну, вот параллельно с Владимиром Это Путиным он живет при нас, совершенно верно. 100%. К И сожалению. вот эти 22 года он все время как-то удерживает власть, даже после того, как, я не знаю, цены на нефть то растут, то падают, то там люди какие-то недовольные, то одну войну он развязал, то еще, и он продолжает удерживаться. Как он может проиграть эту войну и как это его погубит, на ваш взгляд? Ну, смотрите, первые 8 лет были экономически совершенно феноменальны. Все было очень хорошо, даже были какие-то реформы были антилиберальными, но какими-то были даже либеральными, а в каких-то даже я участвовал. А потом это было падение и относительно окей, плюс-минус нормальный рост. К 2013 году медведевская типа оттепель, к 2013 году
цифры и результаты были еще лучше, чем к концу восьмого. Вот. А потом простили Крым и почти простили Донбасс. И псевдосанкции позволяли дальше жиреть, откладывать этот жир и по загашникам золото, юани и прочие биткоины, все, ну, практически сошло с рук, поэтому он продолжил. Вот. А сейчас, видимо, с рук не сойдет, и он не может в это поверить, что это не сойдет с рук. А судя по всему, это не сойдет с рук. И он решил запугать еще больше, он решил, так как он привык, что россияне все боятся и разбегаются, и забиваются под корягу, он решил, что весь мир такой, все будут бояться и забиваться под корягу. А мир под корягу не забился, а более того, объединился. То, что он всегда говорил, что мы в кольце врагов, он практически и создал. И когда кольцо врагов не хотело становиться кольцом, он тыкал палкой, плевал, а потом перешел к геноциду, к пыткам, ко всему, чему угодно, к абсолютно нечеловеческим преступлениям, чтобы только у него было то кольцо врагов, которое он себе уже давным-давно представлял. Будем надеяться, что это кольцо на его шее, и оно как можно скорее суется до невозможности. Спасибо большое, спасибо. Евгений Заметьте, Чичваркин. Заметьте, не я это предложил. Да я думаю, это общее настроение. Приятного вам аппетита.